Надо успевать. Шустрить надо быстрее. Раньше матюки запикивали, а сейчас товар оценяют. Ты скажи. Вы чё, орда, блядь, давайте уходите. Уже полчаса прошло, завязывают. Тарас, пленка кончается. Не забудь только мне отдать. Приедешь, если забудешь. Смотри. Игрушка. Я этой игрушкой еще в 70-е игрался в лунопарке. Что, мы уйдем отсюда когда-нибудь или нет? Слава Богу, пошли. Хлеба в основном. Что? Я хлеба изрели. Да? Как мягкий кирпич. Тогда прям, знаешь, горячий. Где? Где он? Сюда иди. Иди вокруг. Плыви по луже. Эту не открыл. Не хочет она вести ваш товар, машина. Она тебя не пускает, слышь? Да не пускает она тебя. О, пустила, слава Богу. Одумалась, блядь. Сейчас я сяду, потом сумку. Или ты себе сумку? Может, ты пешком пойдешь? Нет, ты. Ну, товар же не помещается. У тебя же не привычку, Олежка. Нет. Поехали домой. Ты рада, да? Да. Ох ты, рада. Чё? Блядь. Ты Зап... не сходила бы. Зато не надо в посёлке там идти. Я взяла опять крупу эту. Крупу? Бургун. Все крысины крупу любят. Крупу, шкурки, сало. Хлеб жареный. Что, домой? Да. Ну да. Заправились. Набрались. Чё, подписали маленько? Ладно. Для чего-то надо 8 тысяч. Куда? Ну, можно эту взять. Кого? Справка это будет идти месяц. Ну, я говорю.
Прошел месяц там. А? Ну неделю уже, мне 5 делать. Столько времени прошло. Я улики возьму, деньги скажу, давай в этом 4000 больше плиту. А у тебя сколько есть? Я 14-15. Он скажет, зачем я на тебе женился, давай деньги нафиг. Жрать будет нечего, женю. Ты же по аванс, на той неделе у нас только аванс дадут. 2-18. Давай бери, чай бери. Завтра же надо готовить воскресенье, а потом опять, пока воскресенье подсоединить. Да и здесь возьми, никакой разницы нет, да? Да, здесь такая же самая. Ну, тем более.